Госдума сегодня дала согласие на арест депутата фракции «Справедливой России» Ильи Пономарева. Он среди обвиняемых по уголовному делу о растрате 22 миллионов рублей из фонда Сколково. После доклада по этому поводу замгенпрокурора Владимира Малиновского абсолютное большинство парламентариев проголосовали за заключение Пономарева под стражу. Депутату грозит 10 лет тюрьмы. Ранее он заявлял, что получил крупную сумму за исследование и чтение лекций. Однако следствие считает, что научной работой он не занимался. Еще в апреле Пономарева лишили неприкосновенности, но наличие у него депутатского мандата требует согласия Думы и на арест. Уже долгое время Пономарев находится за границей, его розыск ведется по линии СНГ, теперь будет подан запрос и в Интерпол.